19 мая, проверка датчиков для Александра. Так, значит, вот 4 штучки на алюминии, на черном. Вот, один датчик простой. Вот он, Dodge Charger, 18-21 год. Проверяем. Так, вот на каждом датчике один номер, вот B21 заканчивается. Соответственно, он должен определиться. B21. Да, часто этот вопрос ставить в такой же последовательности. Нет, ставьте абсолютно в любой. Я как они под руку подаются, так и проверяю. 4ЕЦ. Один А4. F23. Так, и последний резиновый. 71C. Так, что это такое? Вот он, 71C. Вот они все определились. Все разные ID номера имеют. Батарея у всех ок. Если батарея плохая, понятное дело, датчик не работает. Если батарея, скажем, на подходе, то здесь красными буквами низко загорается.